Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова YouTube-канал Тутси, лайфхаки, диеты, путешествия и обзоры товаров и продуктов. Сегодня я хочу рассказать вам, как лучше всего менять деньги в Индии, если вы отдыхаете на Гоа, как мы отдыхали недавно. Прежде всего скажу вам, что можно менять доллары на рупии, можно менять рубли на рупии. В основном там идут все расчеты в рупиях. Уличные торговцы, например, не очень охотно берут доллары, они предпочитают рупии. Долларами мы в основном рассчитывались за экскурсии, за все остальное нужно платить рупиями. Поэтому мы меняли на рупии, рубли и доллары. Рубли менять очень невыгодно, потому что, во-первых, но самое невыгодное это в аэропорту. В аэропорту Индии до Бали за 1000 рублей предлагают 800 рупий. Это очень невыгодный курс, потому что на самом деле курс рубля и рупии примерно одинаковый. И поэтому это просто очень сильно невыгодный для нас курс. В обменниках за 1000 рублей вам предложат 900 рупий. Этот курс немного получше лично для нас, для туристов. Но все равно он, конечно же, они делают в свою пользу. Доллары менять, как оказалось, выгоднее всего, потому что за 100 долларов дают 7000 рупий, то есть 1 к 70, точно так же, как и было у нас. То есть здесь, когда мы меняем доллары, по сути дела, получается, что мы теряем меньше всего. 100 долларов на момент конца декабря, начала января стоило примерно 7000 рублей, и то же самое, но стоило 7000 рупий. Но здесь тоже есть свои нюансы. Во-первых, если вы пришли со старой купюрой 100 долларовой, то вам могут за нее дать не 7000 рупий, а, допустим, меньше. Могут дать 6900 или 6800. Они очень неохотно берут старые 100 долларовые купюры. Во-вторых, если вы пришли с мелкой купюрой, то есть если вы хотите поменять на рупии небольшую купюру, там 10 долларов, 5 долларов, 20 долларов, вам тоже могут дать не по курсу 1 к 70, а меньше, потому что они охотно берут новые 100-долларовые купюры и неохотно мелкие. Но это тоже зависит от обменника, потому что в каждом обменнике свои правила. Обменников там довольно много, надо просто спрашивать, говорить change, и вам сразу покажут, где этот change находится. Вот, таким образом мы меняли на рупии в основном доллары, один раз меняли рубли, но эти рупии, они там имеют хорошую покупательную способность, потому что в Индии довольно все дешево. Например, мы покупали очень много экзотических фруктов, и они стоили буквально копейки. Например, мы покупали ананас 70 рублей, почти 1,5 килограмма. Спелый сочный ананас, еще нам его и резали. Кокос за 40 рублей, нежнейший. Папайя за 50-60 рупий. В общем, мы там наелись этими фруктами от души. И все это стоит дешево. Я желаю вам всем тоже побывать на Гоа и увидеть всю эту красоту.